Семья — это то, что с тобой всегда. Пусть мчатся секунды, недели, года, но стены родные, родительский дом, сердце навеки останется. Бриллиантовая, изумрудная, золотая, серебряная свадьбы сплелись в одну золотую симфонию свадеб. Под таким красивым названием прошел праздник, посвященный долголетию супружеских союзов и, конечно же, семейному счастью. Юбиляры в супружеской жизни, стаж семейной жизни которых от 25 до 65 лет, сегодня чествовали в Раменском ЗАГСе. Это торжество семейное, районного масштаба. Это так приятно. И каждый раз удивительно, сколько же семей Андрей Николаевич на Раменской земле, таких замечательных семей еще и есть, если каждый год полный зал, два раза, вот не один, и их все больше и больше. Спасибо вам огромное. Некоторые супружеские пары не впервые присутствуют на данном торжестве, сдержав данное в прошлый юбилей слово «прийти в ЗАГС на следующий», еще раз доказав силу своей любви. Ведь семья – это большой труд. Благодарственные письма вручили парам с большим семейным стажем. Алхимия любви никому не известна, как и не раскрыт секрет сохранения семейного счастья. Спустя столько лет каждая из приглашенных пар нашла свою формулу супружеской радости. Вы знаете, во-первых, чтобы друг другу доверяли, это самое главное. Во-вторых, особенно женщине надо быть выдержаннее, что-то прощать, что-то промолчать. А что-то перевести это в какой-то юмор. Мужчине на земле есть одна задача – найти себе правильную, нужную жену. Вот жену с редким талантом терпения. Жену вообще – это самое главное назначение, которое есть на земле. Найти себе правильно, найти себе жену. В жизни все было и хорошее, и очень плохое. Как вы находили компромиссы в сложных ситуациях? Женщина уважала иногда, чаще, всего. В чем главная основа семьи? А чем держится? Мы любили раньше друг друга, сейчас уже, ну, тоже забота друг о друге, конечно. Ну, наверное, любовь сохранилась, проживем. Я считаю, что это все-таки любовь держит пару. Я считаю, если прожили, значит все нормально. 55 лет – это не дорогу перейти. В этом году у нас на территории Раменского района, в нашем ЗАГСе, зарегистрировано уже более 2700 новорожденных. Это хорошая цифра. Это значит, что мы выполняем указ президента. Раменцы работают с точки зрения демографической ситуации. Это великолепно, замечательно, потому что мы все с вами прекрасно понимаем, что семья – это основа основ. Мы всегда говорили, уже избита такая фраза, если вы считаете, вообще ячейка общества, да? Может быть, она избита, но это так. Потому что с семьи начинается все. Семья для человека – это поддержка, это взаимопонимание, это то место, куда человек приходит и знает, что там его встретят и всегда поймут. Не обделили вниманием в Раменском ЗАГСе и молодые семьи, многодетные, и семьи, у которых в этом году родился ребенок. В Раменском управлении ЗАГСа желаю вашей семье счастья, любви, хорошей, поддержки, молодости. Золотая симфония свадеб переполнена семейным счастьем, проверенным годами. А молодые пары обещают брать пример с тех, кто сквозь время в счастье и в горести нес свою любовь. Марина Миткевич, Сергей Григорьев для программы «Городские вести».